На сегодняшний день были некоторые, значит, вопросы, связанные с продажей и реализацией данных книжек. На сегодняшний день вопрос урегулирован, они поступили в продажу через кассы ИРЦ, то есть можно их приобрести. Люди предъявляют абонементные книжки, то есть отчитываются, и по результатам этих абонементных книжек идет компенсация. Поэтому сколько они проехали, сколько они реализовали, грубо говоря, столько получается компенсируется.